берет сканер, регистрирует кассету, ставит ее определенным образом в маммограф, ставит пациента, делает снимок. Кассета отправляется в дигитайзер, и уже через несколько секунд на мониторе компьютера четкое изображение. Никаких пленок, минимальная доза облучения, а главное – мобильность. В вопросе диагностики патологии молочных желез оперативность играет чуть ли не самую важную роль. Наша область не исключение, и заболевание молочной железы занимает одно из первых мест по онкологии. Поэтому, если у нас нет маммографов, нет обследованных женщин, тут часто возникают запущенные случаи. То есть востребованность большая. В маммографическом кабинете все продумано до мелочей. Помещение отапливается, в наличии все оборудование, кондиционер и даже санузел. В час комплекс способен обследовать в среднем 5 пациентов. Вот только мобильный кабинет не очень скоростной. С таким оборудованием можно ехать не быстрее 50 км в час. Зато география услуг маммографа практически не ограничена. Таких автомобилей в области два. Один будет обслуживать центральную часть, другой – восток региона. Подобные передвижные комплексы активно используются и в соседних регионах. Однако возможность получать снимки в цифровом формате есть только у Оренбургского маммографического кабинета на колесах. Екатерина Платонова, Дмитрий Журавлев. Наше время.